на западном побережье японского полуострова Идзу, у выхода из бухты городка Кумоми, располагаются две скалы, именуемые Ушицуки-Джима, острова двух коров, якобы обнаруженных здесь в 1816 году после сильнейшего наводнения. Это и есть дайв-сайт «Черные камни». Вперед! На подводном маршруте нас ожидают немало расщелин, гротов, пещерок и тоннелей. Шикарная фрогфиш. И еще одна красавица рыба-лягуха. Голожаберник дерматобранхус узорчатый. Грозная мурена кидако. Четырехцветный хромодорис. Пятнистохвостый марвонг распространен от Японии до Вьетнама. Красногубый марвонг или зебровый. Леопардовая мурена дракон имеет по две пары ноздрей и челюстей. Погружаемся в облако бесчисленных глаз фиш. Полосатый группер, спиробранхусы, собачка-имитатор, полосатики-каторжники. Мраморный ёрш. Рогатый кузовок. Желтый кудрипер.
сладкоежки пиктограммы. Щетинохвостый филе фиш. Пара прескипомы. Прощальный реверанс. До свидания, собачка. Японцы используют весьма комфортабельный способ доставки дайверов из воды на палубу бота –